Аудиотехника для мозга номер 3. Устройтесь поудобней. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, а на выдохе расслабьтесь. Следующие несколько минут мы с вами посвятим тому, что сконцентрируемся на своих целях, желаниях и приблизим к себе ту жизнь, о которой мы мечтаем. Есть вопрос относительно изучения английского языка, который нас волнует. И мы понимаем, что есть определенные убеждения, которые сейчас работают против нас, и оно уже устарело. Оно нам не нужно. И, возможно, даже нет смысла копаться и вспоминать, откуда оно к нам пришло. Оно просто нам не нужно. И сейчас мы готовы с ним поработать. Сделайте еще один глубокий вдох и расслабьтесь еще сильнее. Пусть ничто вас не тревожит. Эти считанные минуты не изменят вашего насыщенного дня, однако они способны кардинально изменить то будущее, которое вы хотите к себе приблизить. Умение мечтать – это одна из лучших инвестиций, которую только может сделать человек. Потому что умение договариваться с собственным мозгом, показывать ему на его языке, что мы хотим получить и чего мы хотим избежать – это бесценно. Это убирает сопротивление и позволяет нам действовать сообща. И мозг теперь играет на нашей стороне, а не против нас. Сделайте еще один глубокий вдох, а на выдохе расслабьтесь еще сильнее. Сейчас мы будем работать с одним из ваших убеждений. Выберите одно убеждение, которое вас беспокоит больше всего. Это убеждение является корнем медленного и трудного изучения иностранного языка. Возможно, это страх. Те слова, которые вам говорили: «Тебе не дано», «У тебя нет к этому способностей», «Уже поздно», «Еще рано» и так далее. Это могут быть любые фразы, которые вы чувствуете являются вашим больным местом. Выберите сейчас одно убеждение, с которым вы готовы поработать. Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь еще сильнее. Представьте перед собой большой экран, как будто это кинотеатр. Пусть этот экран находится немного выше линии горизонта. Представьте, что на этом экране начинается видео. Это ролик про вас. Это вы, живущий в вашем теперешнем убеждении. Весь ролик снят как будто иллюстрация к этому убеждению. Обратите внимание, что вы сейчас делаете, где вы находитесь, кто вас окружает и что вы чувствуете. Наверняка это неприятные чувства, иначе вы бы не хотели заменить это старое убеждение на новое. Погрузитесь полностью в эту установку, чтобы понять, что происходит. Обратите внимание на детали и сформируйте у себя четкое ощущение того, что вы больше не хотите здесь быть. Вы больше не хотите так жить. Это убеждение больше не служит вам. Оно устарело. Теперь представьте, что в левом нижнем углу вдруг появляется маленький прямоугольник, совсем маленький и не цветной. Он увеличивается, увеличивается, и пока непонятно, что там происходит. Там тоже видео, но еще непонятно, что это. Но этот прямоугольничек растет, увеличивается в размерах, и мы можем разглядеть, что там оказывается ролик про вашу жизнь,
одно с противоположным новым убеждением, которое работает на вас, которое вам помогает в изучении английского языка, которое вас поддерживает, которое вселяет в вас силы, мужество, вдохновляет, которое дает вам необходимые интересы и дисциплину. Это тоже вы, но совершенно другими убеждениями. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и когда я скажу 3, я попрошу, чтобы вы поменяли эти ролики местами. То есть маленький экран встанет на место большого, а ролик, который проигрывался на большом экране, встанет на место маленького. 1, 2, 3. Меняем. Итак, на большом экране проигрывается наше новое убеждение. Это яркий, цветной, захватывающий маленький фильм, в котором разворачивается ваша жизнь, где вы сейчас руководствуетесь новым убеждением. Оно работает на вас. Оно вас поддерживает и укрепляет на вашем пути в изучении иностранного языка. В это время ваше старое убеждение находится в левом нижнем углу, как маленький нецветной экран, который стал уменьшаться, уменьшаться, еще уменьшаться и, наконец, превратился в маленькую точку. Давайте просто смахнем его, и этот экран пропадет. Все, больше его нет. И перед нами разворачивается во всей красе ролик, снятый про нас с нашим новым убеждением. Где вы находитесь? Что происходит вокруг вас? Что вас окружает? Что вы делаете? И самое главное, как вы себя чувствуете? Побудьте некоторое время в этом приятном, радостном, свободном ощущении, которое так отличается от нашего предыдущего ощущения. Насладитесь этой ситуацией и запомните ее. Скоро вы там окажетесь. Сейчас я сосчитаю от 1 до 5, и когда я скажу 5, вы откроете глаза и будете себя чувствовать прекрасно, лучше, чем раньше. 1, 2, 3, 4, 5. Глаза открыты. Самочувствие прекрасное, лучше, чем прежде. Вы полны энергии и готовы продолжать свой день.